Сейчас я покажу вам трюк. Для этого возьму колоду. Прошу не забывать, мой друг, что водка зло. Пей лучше воду. Сначала сделаем тасовку. Ну и без снятия никуда. Теперь достанем карту ловко. Только не это. Вот беда. Весьма назойливая карта. Вот с нею я всегда в тоске. Да за ней сделал сев за парту. И тут меня зовут к доске. Отложим мы ее в сторонку. Другую карту надо взять. Пока я делаю тасовку, прошу вас быстро стоп сказать. Стоп. Остановили вы меня на этой карте. Как? Опять. Ну что же это за фигня? Ее быстрее надо убрать. И мы тасуем карты снова. Ведь нам не надо легких троп. Я пролистаю. Вы готовы? Тогда скажите слово «стоп». Стоп. Ну что ж, смотрите. Карта ваша... Не может быть. Опять она? Я понял. Вы такая няша, что карта просто влюблена. Опять кладем ее на стол. Тасуем карты до упора. Сейчас мне нужен волейбол. Как избежать-то мне позора? Теперь я сделаю падение. Скажите стоп в любой момент. Стоп. Мое чудесное творение — такая чушь и полный бред. Остановили, о злой рок, за что же ты достался мне? Все та же карта, вот итог. Логично, в общем-то, вполне. И как не убирай ты карту, и как колоду не засунь. В крови бурлящему азарту подобен страстный поцелуй. И вот мы видим карту снова. Тасовкой берем индийской. Смотрите, как она сурова. Нрав у нее максималистский. Колоду потрясем слегка, и с картой станет все в порядке. Напакостит наверняка. А может, это все догадки. Ну, посмотрите, что за... Чудо. Карты в колоде больше нет. Подобный трюк я не забуду. Вот этот фокус — чистый бред. Финалом моего творения вас удивить, мой друг, готов. Вот фокуса предназначение. Красивый, гордый ряд тузов. И пусть души ваш венец сверкает сказочным сиянием. Засим истории конец. А я скажу вам до свидания.